Вакцинация против гриппа в Казахстане начнется в октябре. Профильное ведомство уже закупило больше 2 миллионов доз, сообщила вице-министр здравоохранения Айжан Исмагамбетова. Они содержат актуальные штаммы на этот год и адаптированы под прогнозы ВОЗ. Между тем, специалисты отмечают рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране. Только за последние 2 месяца показатель вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Большинство заболевших – жители мегаполисов, говорят в Минздраве. С 1 октября мы начнем. Вакцинация подлежат, это уязвимы, то есть это медицинские работники, это лица с хроническими заболеваниями, это лица, находящиеся в медико-социальных учреждениях, дети с сопутствующими заболеваниями. В среднем мы где-то ежегодно вакцинируем 2,5-2,7 миллиона населения, это где-то порядка 12-15%.